значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Гласная буква «а» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук «п» в имени не создает неприятных ощущений, располагает к задушевной беседе, доверию. Их энергетика настолько сильна, что если не направить ее в добрые русла, может проявить себя в виде нервозности и вспышках гнева. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Люди с таким именем руководствуются прежде всего всеобщим благом. Их мечты и планы касаются всего человечества. Всем, чем они обладают – временем, деньгами, знаниями – они готовы пожертвовать во имя построения лучшего мира. Звук «н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Человек способен наметить неприступную вершину, покорить ее и, не раздав всех интервью и автографов, отправиться на штурм новой, где ему ничего не знакомо. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Букве «а» свойственна сила и лидерство для этого имени. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Звук «н» в имени этого человека считается знаком протеста. Кроме того, звук «е» придает обаяние и простоту. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. У этих людей в голове всегда полно идей. С этими людьми зачастую бывают связаны несчастные случаи, как правило, пожары или взрывы. Поэтому только редкие представители этого числа проходят по жизни без визитов в травматологический пункт. Звук «а» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.